Добрейшего всем времени суток. 5 месяцев прошло с момента запуска тестового аквариума на питательной подложке. Грунт для цитрусовых, для лимонов, купленный в цветочном магазине. Вот здесь макушки альтернатыры Рейнека Мини ожили. Последний месяц я просто стал добавлять сюда микроудобрение, жидкое самомес. Так что уже тест нечистый получился. Ну, чтобы просто уже альтернатера совсем не пропала. Лимонник себя тут, конечно, отлично чувствует. Он вообще на всех, во всех условиях себя хорошо чувствует. Плюс еще если тут удобрения подаются жидкие. То есть лимонник, он вообще просто хорош, нормальный. Я уже тут его сколько раз и прореживал, и стрижки были. Ну, не только вот в этом тесте, а еще когда на другой земле тестировал. Мне кажется, тут проблема еще с основным грунтом, с пропантом, хотя он вроде бы нейтральный, должен нормально работать. Ну вот из 5 месяцев, последний 5-й месяц, я уже жидкие удобрения стал добавлять, именно микро. Больше ничего сюда не лил. Но это чтобы уж растения совсем не пропали. Вот здесь веточка ротал, индики. Я посадил, там прям макушку какую-то воткнул сюда, в этот аквариум. Но она такая ожила, выросла здесь, тоже опять же на жидких удобрениях. Так что результат вот такой. Коврика тоже из Монте-Карло не получилось. Ну, Монте-Карло не пропало, ну и коврика, соответственно, нет. Грунт я насыпал слоем где-то там, сантиметр, наверное, полтора, не больше. Пропант хороший, слой сантиметра 4-5. Фильтр используется в этом аквариуме. Аквариум, кстати, 15-литровый объемом. Фильтр здесь подвесной рюкзачок. Светильник здесь Чехирос C361. Он работает на 4-й ступени. Света много. Следующий перезапуск будет этого аквариума. Я все-таки на 3-й опять оставлю. Потому что стартовал как раз светильник, ну, на 3-й ступени стоял. Ну, вот последние 2 месяца он на 4-й стоит. Креветок тут запустил, штучек 5 вишен. Ну, понятно, они все живые. Ссылки, кстати, на светильник и фильтр будут в описании под роликом. То есть можете пройти, посмотреть, где, что там, сколько стоит, что вообще из себя это представляет. Такой, ну вот и бактериалочка небольшая наверху есть. Ну, мне кажется, это уже от удобрений или... Подмены я делал не каждую неделю, правда. На старте каждую неделю делал подмены. Сейчас... Нет, на старте даже не каждую неделю, реже делал. Потому что так старт был нормальный, водорослей не было. Поэтому подмены такие тут, необходимости больших не было. Ну, вот пропант мне не нравится. Может, он с моей водой просто вот, с водопроводной плохо работает. Так что я попробую потестировать следующую. Ну, вы в ролике дальше увидите, потому что я тут сразу и запуск совместил. То есть перезапуск этого аквариума. Буду использовать, ну, разные подложки. И, соответственно, грунт, вот я только поменяю основной, здесь будет речной песок. Потому что у меня речной песок хорошо работает. Вообще в аквариумах нормально. Поэтому, может быть, из-за основного грунта тут не все так в порядке. Попробую на песке. И если у меня на песке получится вот перезапуск, то есть хотя бы там будут приемлемы какие-то результаты, то, скорее всего, я по второму разу все подложки, на которых уже этот тестовый аквариум запускался, я их еще раз протестирую. Да, опять времени займет много, но... Песок уж 100% нейтральный, поэтому результат должен быть нормальный. А вот на этом грунте я запустил аквариум тестовый. Это грунт для пальм, декоративных, лиственных. Ну, для пальм он считается. То есть небольшой слой его насыпал, буквально там где-то от пол сантиметра до сантиметра, не больше. Я его не просеивал так уже, когда в аквариум добавлял, я немножко там выбрал, там и керамзит был, и корешки какие-то были. Ну, сильно грунт я там, конечно, не просеиваю я обычно. Так, если уж какие-то крупные куски попадаются, к
комки, и я их руками просто разминаю, чтобы все-таки земля была такая мелкая, чтобы таких больших слежавшихся комков не было. Грунт речной песок, обычный. И вот хорошо, когда не смачиваешь подложку, он так, песочек в нее проникает, то есть она не совсем в перемешку с песком получается, но песочек, конечно, туда уходит. В эту подложку немножко перемешивается. Мне сухого песка, кстати, не хватило, я тут песочек кипятил, промывал еще часть какую-то, и вот я сверху добавил. Он такой немножко сыроватый, не остыл, а не высох. Но это еще один способ, как воду можно в аквариум наливать. То есть блюдце обычно переворачиваешь, либо руку подставляешь, либо блюдце. Можно использовать дуршлаг тоже для заливки воды в аквариум. Слой основной песка здесь где-то 4-5 сантиметра. Он у задней стеночки такой побольше, там может и больше 5. Я так уж прям с сантиметром не измерял. Ну, посадил ту же веточку роталы, просто пусть растет все потихоньку. Альтернатива рынок мини, также была взята та же самая. То есть, да, в таком не очень идеальном состоянии. Но макушки были хорошие, корни неплохие, так что я надеюсь, она тут примется. Песок для нее хороший грунт, подложка, надеюсь, будет работать. Если на этой подложке прям результат какой-то будет приемлемый, то я оттестирую и предыдущие все подложки. У меня и акуэровская осталась еще. Ну, а грунты там я обычно в цветочном магазине покупаю все. Лимонника я поменьше уже сюда посадил. То есть тот проредил. Глубоко тоже не стал его закапывать. Вверх он, если потянется, то я макушечки просто подрежу, и он начнет куститься. Корни единственное я подрезал, потому что корни были уже большие. Ну, лимонник нормально себя вообще ведет. С лимонником, если, вот, допустим, проблемы какие-то, хорошо микро добавить, ему обычно хватает. Если у него рост нормальный, но листья там в каком-то состоянии не очень таком хорошем, то можно микро просто подобавлять, и у него прям внешний вид совсем другой становится. Сочный и без всякого хлороза. Монте-Карло тоже посадил. Опять все так же брал из того же аквариума. То есть это перезапуск. Все растения взяты оттуда. Вот в каком состоянии они были, в таком я их сажаю. Время покажет. То есть аквариум запустил. Тоже там на 5-6 месяцев. Постараюсь, конечно, уже точно без всяких жидких удобрений. Ну, насколько получится. Если там я жидкие начинаю добавлять, только если прям чувствую, что растения начнут пропадать. Если подложка плохо работает, видно, что по растениям, что они загибаться начинают. Ну, немножко понятно, тут дизайн изменил, я уже так на передний план и туда к задней стенке по центру Монте-Карло рассадил. Время покажет, будет результат, значит будет. Спешить некуда. Свет на старте 6 часов. Каждую неделю я буду добавлять по полчаса. За месяц будет 8-часовой световой день. Светильник остался тот же самый. Чехирос C361. Но на третьей ступени. На третьей ступени вполне тут света достаточно должно быть. Пересвет тоже здесь не нужен. Поэтому на третьей ступени, по крайней мере, по люминам примерно, я считал, должно хватать. Мощнее свет не нужен. Фильтр сразу тоже будет стоять. Тот же самый. Рюкзачок подвесной, трехватный. То есть я его менять не буду. Единственное, что я его промыл перед перезапуском. Потому что так, бактерии там в губке должны были остаться. Но бактерий хватает, как обычно, когда на земле запускаешь, проблем с какими-то бактериями обычно не бывает. На подложках, в принципе, тоже. Но вот именно на земле, там неважно, для пальм, для лимонов, для кактусов, универсальная, цветочная, там никакие бактерии я никогда не заливал, специально не добавлял.
Обычно никакой бактериальной вспышки вообще не происходит. То есть всегда запуски вот на земле в этом плане никогда проблем не было именно по бактериям. Всегда всего достаточно. То есть дополнительно не надо ничего добавлять в аквариум. Вот так вот я все рассадил, тут ничего сложного. Ну, лимонник и альтернатеру, если куститься не будет так на старте, то я просто макушки подрежу и все. Вода обычно водопроводная. То есть, тест такой, единственное, я поменял тут основной грунт. Теперь буду на песке все делать, запускать. Вот так вот получилось, такой результат. Спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии, задавайте там вопросы, поддержите ролик лайком, заходите на канал, смотрите ролики. Спасибо вам за информационную материальную поддержку. Успехов вам во всем и всех благ. Не прощаемся.